А в Павлодаре на уборку улиц, скверов и дворов вышли почти 200 тысяч человек. Это своеобразный городской рекорд. Некоторые организации даже устроили между собой соревнования, кто больше вывезет мусора и посадит деревьев. Жильцы этого двора каждый год дружно выходят на уборку. Покраска скамеек, обработка деревьев, ремонт качелей и ограждений. Фронт работы на сегодня тоже определили сообща. Сами красим каждый год, сами делаем, облагораживаем вот эту красоту. Мы теперь хотим попросить, все жильцы попросить, чтобы нам помогли администрация, там кто вот эти бордюры поставить, загородить детскую площадку. Мы садим вот возле школы деревья. Я верю, что вскоре вот мы будем приезжать в эту школу, смотреть, здесь вырастут большие деревья. Будет красивый парк, люди смогут здесь сидеть, отдыхать в тени этих деревьев. Но мы будем знать, что это наш труд. В экологической акции участвовали все работники госучреждений, частных компаний, военные, полицейские, студенты и школьники. За день вывезли 34 тысячи тонн мусора и прошлогодней листвы. А местный горзеленстрой едва успевал отгружать саженцы. Калина красная, акация, рябина и миндаль. Скоро в скверах зацветут больше десятка редких для севера декоративных кустарников и деревьев. Всего зеленый фонд города стал богаче на 17 тысяч деревьев. До конца месяца экологи хотят высадить еще столько же.